И вновь здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Продолжаем проходить Fallout 4. Перенес я сюда в боевую зону. Смотри, Хэнк что-то там починяет. Ты что, прикалываешься, Хэнк? Что делаешь? Вот. Похоже, он спятил. Ладно. Ни разу здесь не был. Что здесь такое, вообще непонятно. Есть только три правила. Томми. Давайте посмотрим. Осмотреть зону боевых действий. Кстати сказать, это какой-то квест. Может, в разном? Не знаю. Так, это нарушители правил, да, смотри. Здоров, пацаны, девчонки. What's happened here? Так, наверное, при помощи этого терминала можно открыть им дверь и выпустить. Ладно, посмотрим сейчас. Ого. Ничего себе. Эй, какого хера? Я думал, что тут все как бы этот дружелюбный. Офигеть, летит со всех сторон. Получай, красотка. That one was ugly anyway. Я, короче, ее ранил, то ли в лицо, то ли куда. Она говорит, я все равно была страшненькая. Блин, не видно их на фоне декораций. Да ладно, что, не могу дострелить, что ли? Хэнк, давай, вали его. А, смотри. Он ручки кверху поднял. Кто-то все еще не оставляет надежды нас. Блин, легкий замок, ненавижу. Нас подстрелить. Nice. Так, я буду стрелять только в ответ, потому что я боюсь невинных граждан замочить. По-моему, они просто ловят обычных гражданских и стравливают их между собой. Это не то.
Так, вот ты чё? Рейдер, в общем-то. С оружием. Не знаю, он будет на нас кидаться, тогда пристрелим. Вот и кидается, падла. Да я, блин, не могу в него попасть. Чё за... Хэнк, тут винтов до хрена. Пойдем сюда. А что будет, если ему дать винтов? Так, Б, В, Г, Д. Давай парочку. Ну, один. Где-то под нами, слушай. Ну-ка. Слышь. Тика. А, вон он. Иди туда проверь. Бинго. Show your face! Come on! О, пока ты... I dare you! Dumbass coward! Хэнк, блин. Hey! Got my attention. Here. Sure. Это, походу, долгая история. Хм... Посторонним типа не входить. Вот это кто такой? Рейдер псих. Как я Хэнка прикрыла? Мастерски. Поговорить с Томми. Блин, а где это задание-то? А, вот оно. Короче, где-то он там, Томми. Сейчас мы до него доберемся. Talk this out like civilized folk, or are you just gonna bash on my theater some more? Да как же ты хочешь, твою мать? Got it. Блин, с легкими замками больше всего проблем возникает. Hey, you all done killing each other? Сейчас до тебя доберемся. Не переживай. Come over here. Show us you don't mean no harm. Тут всякая дичь. You finished tearing the place up now? Тут у вас что? Whoever's out there, we were rooting for you the whole time. Look, whoever's out there, we were rooting for you the whole time. Hey, you all done killing each other? Кстати, этот Томми почему-то сидит в клетке. Hey, you all done killing each other? Давай, что там, говори. So, is it over? Well, that could have gone worse. I don't know. Seemed quite the performance from where I was standing. Are you fucking high or something? Why am I asking? Of course you are. Ты как туда добрался? Still winning the fight, wasn't I? You strung out and get...
Кейт, а, Кейт, мы же с тобой вроде знакомы. Слушай. How's it going, Tommy? I guess that could have gone worse. I don't know. Seemed quite the performance from where I was standing. Are you fucking high or something? Why am I asking? Of course you are. Was still winning the fight, wasn't I? You're strung out and getting sloppy, is what you are. Of course, I suppose you ain't got to worry about that now. Seems this one just put us out of business. I'm not sure if I should kiss you or have my little bird here feed you your own entrails. I told you to quit calling me that. What is this place? Not from around here, huh? This is the combat zone. Finest arena in the Commonwealth. Kate here's the headliner. 100+ matches, undefeated. We used to serve a more legit clientele. But about 2 years ago, a gang of raiders rolled in and we became a more exclusive establishment. Up until you took our entire client base out of the gene pool and put us out of business, that is. I'm sorry. It just seemed like you guys might be in trouble. Trouble? Nah. But keeping those idiots entertained was what kept the lights on. Not exactly sure what we're gonna do now. To hell with them. More'll come. Just need a quick breather and I'll be ready to go. A breather? What? So you can slam more of that junk into your arm? Now, now, you know what? I think this was a blessing in disguise. You caught the end of that bout. What'd you think of Kate's work? Так я даже не уловил вашего боя. Not sure. I didn't catch the whole thing. Yeah, I guess you were pretty busy cleaning house. Impressive work. Makes me think you're good enough to do me a favor. So here's my predicament. I suddenly got no audience. No audience means I got no caps coming in. And if you ain't bringing in caps, little bird, you ain't an asset. You're a liability to me. And to yourself. So, here's what I'm thinking. What say I let you take over her contract? She goes with you, watches your back. Look, you'd be doing me a favor while I try to get the place back in order. What do you say? Me? And him? Why would you want her to go with me? Yeah, Tommy. Just why the hell are you trying to get rid of me? Maybe I just think you deserve some time off. Maybe I like this one's face. I don't know. I usually got a good sense about this sort of thing. So what do you say? I'd like to know what Kate thinks. Don't I get a say in all this? That ain't how a contract works. Besides, you really want to stay here? No audience, no caps, no one to talk to, but yours truly. Jesus. Point taken. Atta girl. So, she's on board. Now what about you? Так я как бы не против, но что с Хэнком делать? Он же, по-моему, я могу взять только одного напарника. Sure. I could use someone watching my back. Good. It's settled. And here, take this. It's the purse from the last fight. Exterminator's fee. Now just wait a second. What exactly are you gonna do without me here? You don't need to worry about me. I'll get this place set up right. Maybe find a less blood-soaked clientele. Now get the hell out of here. You ain't welcome anymore, little bird. You're a real son of a bitch. You know that, Tommy? You don't have to tell me. I guess you just come find me then when you want to head out. Так, ну она официально, по-моему, еще не мой спутник, да? Поэтому мне надо к ней подойти и поговорить на эту тему. Но я, блин, с Хэнком привык. Прикольный чувак. Так, одного я там подорвал гранатой. Но я думаю, пока мы Кейт не будем брать. Если что, мы знаем, где ее найти. Она наверняка будет здесь находиться. Так что как-то вот так вот. Хэнк хороший вообще напарник, но иногда он такие вот вещи выкидывает. О, ты вот так и будешь, да, стоять здесь, по-моему? Кей. So, you're ready to head out?
That depends. How are you feeling? I don't know. Feeling kind of useless sitting here with me thumb up me arse. So, are you ready to get this show on the road? I just want to trade a few things. What am I? A bank? Ни черта нет у ней. Ладно, Кейт, ты оставайся до хороших времен. Мы с Хэнком, пожалуй, пойдем. Все-таки это задание было в разном, да, получается? Так, достояние общественности. Добраться до Бостонской публичной библиотеки. Может быть, вот этим займемся делом? Сейчас. Так, а это достаточно далеко или нет? В общем-то, тоже где-то оно в центре города было. Слышь. Не вижу я что-то маркера. А вот теперь вижу. Ну, в принципе, не так уж далеко. Можно быстрым перемещением, но я думаю, пешочком пройдем, ничего страшного. Так, надо что-нибудь сожрать. Типа, о, вишневую. Мою любимую. Опять у нас ночь. Да, вот, кстати, это библиотека. Чё? Ладно, хер с ним. Так, а с кем там придется бороться? Что-то я так и не помню. Это что за здание такое интересное? Церковь Троицы. Не помню, были мы здесь, нет? Вернуть просроченную книгу. Она у меня есть? Хера себе. Там что-то бабахнуло. Опять эти сраные дети атома, да, походу? Хрена себе! Вот они, вот эти ребят... Ебать, трупы падают прям на голову. Эти ребята умеют воевать. Да, дети атома. Давайте-ка не будем попадаться им. Какие-то они злые. Одна нога только осталась от чувака. Они все еще не закончили.
Ладно, пойдем в библиотеку. Вообще сумасшедшие люди. Хэнк, ты где там? Да, тут, собственно, наверное, супермутанты в библиотеке обосновались. Ой, ты здесь уже. Просто никаких признаков того, что это супермутанты, нет. Видите, мешков не висит. Патруля не ходят с собачкой. Только труп около входной двери. Фак, сразу поломал. That's it. По-моему, Хэнк также любит, если я буду вштыриваться винтами. Ну-ка. Ты как? А, вот Хэнк какой-то понравилось, да, смотри. Attention. Security breach near subway entrance. Visitors and employees are advised to seek cover and remain calm. Тут, короче, будут эти, да? Так, а что можно купить? 50 жетонов. О, Массачусетский хирургический журнал можно купить. Круто, давай купим. Массачусетский хирургический журнал. Вы нашли выпуск Массачусетского хирургического журнала. Вы наносите на 2% больше урона конечностям. Круто. Так, у меня нет невозвращенных книг, что ли? Блин, тут до хрена протекторонов. Хэнк, не ходи туда. Хэнк, ты... ты навлек на нас беду. Офигеть, что творится, а? Протектрон тоже вроде как вражеский. Куда ты погнал? Докопался до протектрона, да, все-таки? Нет? Красавец, Хэнк уложил его. Да, блядь, ты живой. Столько куча трупов, и Хэнк оттуда вылазит.
Так, а как мне вернуть-то эту сраную книгу, если у меня ее нету? Чуть-чуть трупов побольше стало, супермутантов. Я ж тебе давал винт. Блин, я невозвращенные книги просто в санктуаре все запхал. Так они у меня были. Остались живые. Мутанты. Ключ от библиотечного хранилища. Окей. Терминал куратора Гивена. Ну-ка. Журнал Гивена, 3 мая. Сегодня нам удалось достать еще несколько книг, хотя это становится все сложнее. Вот я их просматриваю и слышу, как Дарлинг говорит Шелби, что пора сжать архивы и убираться отсюда. Так захотелось треснуть ему по его тупой башке, но разве можно его винить в том, что он хочет сбежать? Нам приходится нелегко. Мы многих потеряли, но оно того стоит, правда? Если не мы защитим знания, хранящиеся в этих машинах, то кто? Так, 21 мая. Они могут уйти, когда захотят. Я не собираюсь держать их здесь силой. Если они не понимают, насколько важным делом мы здесь занимаемся, пусть лучше не мешаются. Если мы не можем собрать все, то какой в этом смысл? 18 июня. Мы потеряли еще несколько человек, включая Шелби. Мне будет ее не хватать, но я точно знаю, что она была готова к такому риску. Наша цель очень важна. Осталось еще много книг. Это знание поможет будущим поколениям. Наша задача не сдаваться. Так, 5 августа. Я больше не могу поддерживать ботов в рабочем состоянии. Мутанты нападают на нас как минимум раз в день. Если нам никто не поможет, нас полностью истребят. Это лишь вопрос времени. Возможно, это мой последний журнал. В таком случае я прошу человека, который прочтет его, поступить правильно. Помогите нам защитить информацию, хранящуюся в компьютерах библиотеки данных. Ключ от хранилища вы найдете рядом с этим терминалом. Там есть припасы, которые могут вам пригодиться. Пожалуйста, используйте их только в том случае, если решите продолжить наше дело. Ну, хрен его знает. Так, вот здесь можно было все отключить. Так, здесь не будем трогать ничего. Закрыто на цепочку. Так, ладно, давай двинем в это крыло. Да, вот невозвращенные книги. Давайте попробуем их вернуть, что ли, в этот терминал. Ну-ка. Все нормально. Это работает. Как это я пропустил?
Ой, да ты что ж, без штанов, что ли? Ох, ты ж бессовестный. Ключ библиотечного хранилища. Да, это он. О, пупсик. Круто, пупс-интеллект. Круто, круто, круто. There we go. Самый умный — это тот, кто не перестает учиться новому. Ваш параметр интеллект вырос на 1 балл. Круть. Так, ну давай посмотрим. Это какая-то дичь. О, дичайшая дичь. Ну тут... прямо скажем, не густо. Ну да ладно. О. Пойдем, Хэнк. Хэнк. Hold. Gotcha. I'll keep an eye out. А что, они ушли, что ли? Куда делись-то? Странно, такой толпой ходили. Стоило мне отвернуться, они куда-то испарились. Так, уничтожьте супермутанта в библиотеке. Да, вот это они и есть, кстати, сказать. Но вот куда они делись? Но я уже доволен тем, что мы нашли здесь пупса. Мутировал. Падали. Окровавленный удар боксера. Чем меньше у вас здоровья, тем больше урон. Прикольно. Еще не возвращен. Прям на толчке, короче, читала книжку. И померла. Пернула и померла.
Недаром мне дали. Security breach neutralized. Visitors may now come and go as they please. All employees, please return to work. Ну, все получается. Недаром мне давали, да, этот ниндзя. Ого. Скоростной дробящий миниган. Ну ее нахер. Тяжелющий. Станция Копли. Отсюда можно будет выйти. Получается, всех я супермутантов перемочил. Давайте-ка обследуем теперь спокойненько. Спокойничком. Да, здание-то не маленькое. Пусть будет Дейс. Одно сходство. Но это, скорее всего, S на конце. Фейл. Варс, может быть. Doom Fact Car Girl Base Part Corn. Ни хрена. Дейс и Варс. Ну, буква А. Таск, может быть. Может быть, сейф. Yes. Точно, сейф. Понятно. Какие-то читальные залы. Так, Хэнка надо будет забрать сейчас. Да блин, я застрял. Hey, come on. Так, давайте еще сходим, наверное, вот сюда. Во двор. Они тоже интересные, да, эти супермутанты ходят прям гуськом один за другим. Ага, это мы попали вон оттуда. Вон оттуда бы мы попали сюда. Угу. Что тут интересного? No one's been through here in a while. Ну да. Дядька вон только в инвалидном кресле здесь катался. Еще один терминал легкий. Арена. Одно сходство. Буква N. Ну, похоже. Вот здесь буква N еще. Sweet. Угу. Понятно. Ну и, в общем-то, похоже, это все. Туда, в дальний еще конец сходим. Хотя какой дальний конец? Ну все это уже. Отсюда можно выйти. Там интересно, просто выход какой-то на какую-то станцию. Насколько я понял. Давай там жопой двигай, что ты разболтался. Станция Копли.
Пойдем. Да, смотри-ка. Сразу на станцию попадаем. Камикадзе, падла. Воу! Этого я не ожидал. Да попади ты, господи. Воу, я успел его пристрелить. Пипец, мы с тобой попали. Хэнк, ты псих. А ты думал? Не знаю, нахрена нужны эти жетоны на метро. Так, ладно, здесь пошаримся попозже. Вот здесь, смотри, еще можно на эту платформу перейти. Подорвали все-таки мину, да, наверное? Скорее всего. Ну, этому мутанту я под ноги мину бросил, он сам не ожидал, да и я и сам тоже в шоке. Камикадзе. Так, ну похоже, что супермутанты кончились. Я туда хочу. Вполне возможно, что туда можно через вагоны пробраться. Сейчас я здесь разведаю по-быстрому. Стало, перестал я попадать толком. Так, там выход. Ох, ни хрена, вот тут устроили. Так, надо что-нибудь сожрать. Ой, простите, женщина. Блин, через вагон не попадешь, да? Видимо, по другой стороне надо пойти вот здесь. О, Хэнк уже здесь, смотри-ка.
Красавец. Мужчина. Сделали бы они, знаете, еще что? Что типа находишь вот в таких местах каких-нибудь беженцев, и там сидят семья, скажем, мужчина, женщина, ребенок, ну или двое. Такие, помогите нам, не убивайте, пожалуйста. И ты их раз такой, ну давайте, дуйте, типа там, в санктуарь или куда-нибудь еще, в убежище. Так, ну, в общем-то, как бы все с библиотекой получается. Так, сюда, да, нам? Нашли мы там пупса, и, в принципе, меня это уже устраивает. Надо теперь валить отсюда. Время-то уже, смотри, сколько. У-у-у, без 15:10. Хэнк догонит, ничего страшного. Так, вышли мы с станции Бэк Бэй. Наверное. Надо теперь метнуться в добрососедство, отдать квест Дейзи. Она, слава богу, здесь недалеко где-то находится, да? Ну да, в принципе, можно пешочком протопать. Время у нас есть. Пусто? Ну ладно. Замочили брамина. Так, по этой улице ты еще раз ходили. Так что ничего страшного. Кто? Кто посмел? Смотри, осколочная мина там. I'd do the same if I was in as much trouble as you. Кто в тебя стрелял, Хэнк? This one's got a death wish. Какой-то одиночка, что ли, смотри. Хэн, как пошел мстить, короче. Да вообще обнаглел, ну. Кстати, сюда я залазил, насколько я помню. Нам сюда, слышь? Thank you.
Кто? Михаил? Странно. У него даже есть имя. Так, а здесь нычка, да, походу? Не знаю. Других стрелочек я не нашел. Воу. Блин, не то. Да задоело, она больше меня испугала, тварь. Еще кто-то шарится здесь. Блин, вот забаррикадировали, там прям уже за стеной добрососедство нам придется обходить. Еще нога торчит. Банк какой-то. О, господи, какого хрена так? Таким путем пошел я. Приходится все обходить. Это же этот Фенел Холл. Да блин, я круг сделал. Или нет? Вожак белый дворняк. Че се. Jackpot. I didn't say we were finished. Почтальона захавали. Чьи-то письма, короче. Ладно, погнали. Чё-то я заплутал. Да, здесь мы выйдем в этот магазин. А, я понял. Нам надо поверху выйти. Вот здесь поверху. Угу. Угу. Вот так вот как-то, да. Тогда мы попадем нормально. Все. Good neighbor. Дейзи у нас где-то здесь торгует. Заткнись. You're back. How'd it go at the library? Get rid of those super mutants. The library computer said I earned some kind of credit. Oh right, I remember that. They used to pay kids to round up the old library books, since they had so much trouble with people returning them. Guess if you found more books, you'll get more credit. Buy whatever prizes the machine still have.
Speaking of which, it sounds like you finished the job. Thanks for your help. That library deserves to be left in peace. Хорошо. Все, еще что-нибудь у тебя есть? Means a lot to me that you made the library a safer place. Thanks again. Now you're here to train. What's it like, you know, being a ghoul? Well, it's a lot worse when people always ask you about it all the time. But I guess I can't blame them. On the upside, I look pretty good for being over 220 years old. Now, were you buying anything? Wait, you're 220 years old? Okay, okay, it's more like 270 years. But don't go blabbing that to everyone. Being a ghoul means you live a long time. You stop counting birthdays. Do you know what it's like being that old? More than you might think. Well, now you're just making fun of me. If you were as old as I was, you would have been around since before the war. So let's hear it. Come on. Tell me what the world was like before the war, if you're so ancient. I had a beautiful house, white picket fence, and a lawn with the greenest grass you'd ever seen. It was peaceful. It was, wasn't it? Sorry. Last thing you want to see is an old lady tearing up. Well, you're either the most well-preserved ghoul I've ever seen, or you're the second best bullshitter and good neighbor. It's the truth. All of it. You know, if you haven't already, you should check out the Hotel Rexford. There's another pre-war ghoul hanging around there. Well, we should get back to business. What are you picking up? Maybe later. Don't take too long thinking it over. Так, ну все, сдали мы, короче, квест. Замечательно. В общем-то, очень собой мы довольны. И поэтому на этом мы прощаемся с вами. Ставьте большой палец вверх, если прохождение нравится. Комментируйте и подписывайтесь, если не подписаны. Всем счастливо, всем пока.